Москвич 412. Забытый и заброшенный автомобиль. В изумительном состоянии. В родной краске. Такая вот капсула времени. Очень хорошее состояние машины. Все в оригинале. Ровненький. Не бит, не крашен. Первая часть видео. Во второй части попробуем завести машину. Такой вот очень классный аппарат. Хром немножечко полез на бамперах от времени. Все это поправимо. Будем восстанавливать. Очень классный экземплярчик. Изумительное состояние. Все родное. Так, пробег машины составляет. Так, одну секундочку. Семнадцать тысяч 698 километров. То для такого моторчика, как говорится, только обкатка. Очень классненький аппарат. Все родное. Дворники, антенка. В свое время моторный отсек консервировался, все промазывалось в избежание коррозии, гнили. Все промазывалось, все такое черное, некрасивое. Но зато все живое. Металл очень хороший. Так, ну и самое интересное будет попозже, во второй части. Во второй части видео мы его заведем. Заведем и прокатимся. Очень классный аппарат. Нужно ставить на ход. Все, всем спасибо за просмотр.